15 марта во Всемирный день прав потребителей. В стенах Центра правовой информации библиотека Крашенинникова обсуждали глобальную проблематику, как утилизировать пластиковые отходы. Такая тема была рекомендована Всемирной организацией потребителей, а участие в круглом столе приняли учащиеся школ города, специалисты Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, управления экологии. Сама встреча состоялась по инициативе Общественной палаты Магнитогорска. Игорь Гурьянов продолжит. Уже можно вместе, но еще в масках. Весь прошлый год мы были лишены возможности вот таких и подобных встреч. Возвращению к привычным форматам рады и участники, и сотрудники библиотеки. Тема актуальная, глобальная и сложная. Что делать с пустой пластиковой бутылкой? Этих бутылок, оберток, пакетов и прочего мусора на земле скопились миллионы тонн. Срок разложения безобидного, казалось бы, пластикового стаканчика – несколько тысяч лет. Заводы по производству разово полезной пластмассы выдают на гора все новые партии. Через день-два это уже мусор. Что с ним делать, не знает сегодня никто. Об этом шла речь в фильме, который показали школьникам и который вводил участников в тему. А теперь мы пришли к вопросу о запрете производства определенных пластиковых изделий или хотя бы снижению его производства. Собственное видение решения проблемы пластиковых отходов озвучили участники дискуссии. Ее инициатором стала Магнитогорская общественная палата. Это логично, если учесть, что председатель палаты Владимир Зяблицев еще и руководитель Магнитогорского объединения защиты прав потребителей. А экологическая проблематика – одно из основных направлений работы нового созыва магнитогорских общественников. Почему собрали вас, почему собрали ваше поколение? Да потому что сейчас, говоря о том, о проблемах борьбы с пластиком, с засорением планеты, мы говорим о нашем будущем. А вы и есть наше будущее, которое фактически сейчас, выйдя из стен учебных заведений, станет кто-то учителями, кто-то врачами, кто-то политиками, кто-то откроет и будет работать на том же самом промышленном предприятии, которое будет производить пластик, кто-то будет его реализовывать. Эту проблему нужно решать сообща. Не сказать, что обсуждение проблемы ограничивается только обсуждением. Усилия для того, чтобы через 10-15 лет не захлебнуться в собственных отходах, прилагаются по самым разным векторам, в том числе в совершенствовании нормативно-правовой базы. Иными словами, собирать и перерабатывать пластик нужно грамотно, а значит легитимно. Пока это вопрос, но решаемый. Государством путем нормативно-правового регулирования сделалось что? Прежде всего, реформирование отрасли, оно направлено на создание вот как раз-таки инфраструктурных объектов, которые могут перерабатывать эти отходы. То есть не самое главное их собрать отдельно, но еще их необходимо эффективно и переработать экономически целесообразно. В сфере правовых отношений и итоги встречи, по результатам которой общественная палата в ближайшее время устроит городской конкурс среди школьников «Моя экологическая инициатива». Но это будет темой следующих репортажей. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.